Луковица трицертиса коротковолосистого white спотет, трикертис хвайрта white спатит, от своих сородичей отличаются тем, что цветок из них вырастет белый, а лепестки будет украшать темно-коричневый краб. Растение очень декоративно, несмотря на свою принадлежность к семейству лилейных, своим внешним видом напоминает тропическую орхидею. Очень ценится теми цветоводами, кто для украшения своего участка выбирает необычные, привлекающие внимание растения. Преимущество сорта заключается еще и в том, что он отлично растет и переносит холодные зимы в любом регионе России. Трицертис коротковолосистый white спотет – это травянистый высотой 50-60 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь. Окраска цветка белая с коричневым крапом. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.